день, уважаемые зрители! Последнего репортажа со строительной площадки Алабышева прошло не так много времени. Но изменения, как вы сами можете видеть в новом видеоролике, значительные. Работы по заливке бетонных заготовок и возведению этажей фундамента идут полным ходом. На видео представлена часть уже готовых залитых бетоном оснований и ведется подготовка мест для заливки новых. Сегодня на стройплощадке развернута масштабная деятельность, направленная на скорейшее возведение здания по КТБ и его сдачи в эксплуатацию. Также продолжается транспортировка оборудования и двигателей на временные складские площади, расположенные на территории будущего ПКТБ. Следите за выходом новых видео о последних событиях проекта «Сволмаш». До новых встреч!